Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Андрій Єрмолаєв, радник Миколаївського міського голови. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Андрей, ну, собственно, начнем то, что называется сначала, в том числе и в этой студии. Вы у нас уже и неоднократно были в качестве гостя общественного активиста, который, ну, скажем так, на общественных началах борется за наведение порядка на улицах города, а именно упорядочение ситуации, связанной с наружной рекламой и с разнообразными объектами торговли, которые так или иначе на городских улицах присутствуют, в просторечии. Их люди привыкли называть будками, ну, собственно, но это часть нашей жизни. Начнем с наружной рекламы. Ну, слышим, видим, что что-то происходит. Вот как участник непосредственно процесса, как оцениваете его ход? Ну, оцениваю ход положительно. То есть процесс идет. То есть потихонечку все-таки реклама убирается. Вот. Это действительно процесс, как мы и говорили там, да, в предыдущих беседах. Это нельзя будет сделать там, за месяц, за два. Вот, идет потихонечку, упорядочивается, потому что сейчас проблема в том, что очень много вопросов, по-моему, более 20 вопросов по демонтажу, по выдаче дозволов находятся в судах. Потихоньку решения принимаются в пользу городской власти. Там, где эти решения принимаются, идет демонтаж. Вот. Ну, на сегодняшний день какое количество объектов демонтировано? С начала года демонтировано что-то более 350 объектов. Это, конечно, не все бигборды, это вот и вот на заборах, на столбах, то есть как бы не только крупный рекламный носитель, но все равно это как бы там немножечко захламляет город. А есть представление, какое количество объектов еще может быть потенциально демонтировано, то есть нет оснований говорить, что они законны, либо могут быть узаконены? Есть. Ну, я думаю, что еще приблизительно такое же, а может даже и больше. Потому что вот только недавно Одесский апелляционный суд отменил ухвалу о запрете демонтажа конструкции Дмитрия Талпа. И там, насколько мне известно, только по центральному району 97 конструкций на столбах. То есть, это короба на столбах? Это короба на столбах, да. Вот, поэтому, мне кажется, ну, приплюсовать сюда бигборды, приплюсовать сюда другие районы, мне кажется, еще такое же количество будет убрано. А что вот непосредственно с большими щитами и с бигбордами? Потому что, ну, как, я, может быть, ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что вот когда рядовые николаевцы возмущаются ситуацией с наружной рекламой, то вот настоящим раздражителем на самом деле вот является огромное количество щитов по одну и другую сторону. Точно не делается ни для кого исключение, точно такая же работа ведется и по бигбордам. Вот недавно, да, снимались щиты на кольце около автовокзала, там, по-моему, там власти демонтировали три щита, остальное хозяева сами убрали, вот, потому что там было аж 17 конструкций. Я думаю, потихонечку рекламщикам города придет понимание, что избыточное количество наружной рекламы прежде всего вредит им самим, потому что, мне кажется, вот даже на том же вот кольце около автовокзала, когда идет в ряд на повороте 17 больших конструкций, 3 на 6, ну, мне кажется, смысла в этой рекламу там размещать нет никакого. Человек едет на машине, у него все теряется, он ничего не запоминает, она просто не работает. То есть, ну, как бы на все кольцо, мне кажется, должно быть не больше там 6-7 каких-то конструкций, тогда это будет замечаться. Чем быстрее рекламисты это поймут, придут к этому выводу и начнут между собой там, ну, договариваться, чем лучше же будет им самим. Пока эта реклама продается, ну, извините, это заказчик рекламы, очевидно, должен прийти к такому умозаключению, о котором вы говорите. И заказчик в том пока числе. Пока это продается, это будет на самом деле. Сейчас очень много пустых плоскостей. Я езжу по проспекту, даже призматроны, на которых, да, считается самая элитная реклама, очень много даже пустых призматронов. Вот. То есть, может быть, кто-то, вот почему эти конструкции заполнены, кто-то демпингует, но это тоже не на... Только вот по любой цене, лишь бы заполнить конструкцию, мне тоже кажется... Учитывая это... регулярность избирательных кампаний в Украине, я думаю, что очень, ну, какое-то количество конструкций, оно то, что называется, находится в таком спящем состоянии. Наверное. Тем более, что земельные вопросы под ними не урегулированы, платить за них не надо, они, как говорится, есть не просят, а во время выборов прекрасно выстреливают. Ну, скорее всего, так и думают, но я думаю, что тут потихонечку порядок наведем и все-таки лишнее поубираем, потому что еще когда они с рекламой, еще как-то, когда они оборванные стоят и ждут следующих выборов, они реально захламляют город. А идет ли параллельно процесс легализации? Или сейчас действует мораторий, запрет? Что вот с этой частью?
идет процесс легализации. Насколько я знаю, управление архитектуры совместно там с Союзом рекламистов Украины работает, разрабатываются комплексные схемы по рекламе. Сейчас, по-моему, Союз рекламистов помогает разработать комплексную схему от, ну, вот по проспекту Мира до ЖД вокзала, до кольца. Сейчас разрабатывается также вдоль всего проспекта Центрального. Такая же схема, тем более там, я знаю, грядет, ну, комплексная реконструкция, есть уже проект реконструкции, что вот это все будет выложено, особенно, ну, вот, по бульварной части проспекта будет выложена плитка, и все, соответственно, более-менее там приведут в нормальное состояние и бигборды, потому что сейчас они, как бы, там, конечно, призматроны, но так вот станешь, высота вот один так стоит, один так, то есть немножко в эстетическом плане надо их привести в порядок. Но я даже не об эстетическом плане спрашивал, я вот, собственно, спрашивал о легализации в части, ну, непосредственно там, платы за землю предпринимателями, которые пользуются таки городской землей. Под землей. Ну, большинство конструкций, то, что на проспекте, они вполне легальны, у них есть дозволы, они платят за все. То есть, как бы, сейчас принято решение, вот, например, согласно местобудовым вымогам, которые приняты еще при прошлом мэре, такой тип рекламы, вот как в Николаеве, как реклама на заборах, она отсутствует. Поэтому, естественно, как только у предыдущих, ну, вот этих рекламоносителей заканчивается срок выдачи разрешения, на основании они просто не продляются и просто снимаются. То есть вот слухи, что кто-то с кем-то там вот такой рекламой борется, такого нет. То есть носитель как класс отсутствует. Соответственно, на заборах продляться она не будет. Как только у последних рекламных конструкций кончится разрешение, она вся будет снята, заборы будут чистые. То есть, ну, то есть я так понимаю, по на вашему настроению оно такое оптимистичное. Оно оптимистичное, да. Ну, когда процесс начинали этот весь, думали, что ну, можно это все сделать гораздо быстрее. Вот. Но тут уж получается, как получается, потихонечку процесс идет, потихонечку город чистится, плюс более-менее начали, ну, более-менее слаженная работа. Раньше там решение, когда мы только начинали работу, да, там у нас было порядка 75 решений исполкома, которые не выполнены, которые были приняты, а конструкции стояли там 14-го, 15-го, некоторые даже 13-го года. Вот, то сейчас немножко работа наладилась, идет исполком, городской голова сразу подписывает решение, и буквально к обеду администрации берут подрядчиков и уже идут выполнять эти решения. Во-первых, это просто не затягивается, во-вторых, минимизируется риск всяких вот исков в суд, которые потом отвлекают ресурсы. Объекты торговли. Ну, собственно, 18 июля городские средства массовой информации, как минимум интернет-издание со ссылкой на вас, как советника Николаевского городского головы, сообщили о грядущей тотальной зачистке улицы Соборной от незаконных торговых объектов. Если это не военная тайна, откройте, пожалуйста, когда это начнет происходить. Это начнет происходить скоро, это не военная тайна, то есть точную дату я не назову, потому что нужна еще координация там, с полицией и так далее, которые будут эту работу обеспечивать. Тайны тут нет, почему? Потому что собственникам конструкции там, на закрытые будки вешали объявления, собственникам конструкции, ну, продавцам пытались вручить вот эти вот поведомления о том, что их конструкции установлены без разрешений, нарушают правила благоустроя, и предложены в 10-дневный срок самостоятельно, чтобы не тратить бюджетные деньги, свои объекты демонтировать. Вот. Если этого сделано не будет, то есть объект, мы были предупреждены, что объект может быть принудительно демонтирован. Какое количество таких объектов вы видите на улице Соборной, например? Ну, как бы не отрабатывал, знаю, ну, позвонишь. 10, ты, одно... там, 20. Нет, или... мне кажется, речь идет в районе там, 18-20 объектов. То есть, как бы, отрабатывал этот вопрос районной администрации, то, что стоит без документов, то, что там самые кричащие получили вот эти поведомления. То есть, если хозяева их не уберут сами, то будет произведен демонтаж, причем будет он произведен с полицией, как и в случае, когда убирались будки на 3-й Слободской, товар будет описан, изъят, и дело будет направлено в суд по 164 статье Админкодекса, то есть он предусматривает не только штраф, но и изъятие товара, если люди будут признаны виновными в нарушении. Как оцениваете вот этот процесс? Вот вы упомянули 3-ю Слободскую, и там средства массовой информации достаточно подробно описывали, что вот и демонтировалось непросто, потом объект опять появлялся, ну то есть вот это вот все
и человек там сидел в нем до последнего, держался. Вот. Ну, то есть все вот так. Оно как бы, с одной стороны, некий такой комизм в этом всем присутствует. То есть так вот. И смешно, и со слезами на глазах. Ну, это вот смешно, но порядок надо наводить. Ну, не так и то смешно, есть, конечно, потому что там тоже живые люди, там живой человек сидит. Там живые люди. Всем. Ну, мне кажется, вот в данной, на третьей Слободской, как бы вина лежит на самих хозяевах позвонишек. Потому что создано распоряжение мэра, рабочая группа по упорядочению объектов торговли. Вот пересувных, тимчасовых споруд. Вот. При всем том, что да, сейчас разрабатываются комплексные схемы, но они, как и зонинг, это дело как бы не быстрое. Вот. И в самых кричащих моментах, то есть хотим, да, там экономическая ситуация сложная, хотим найти с предпринимателем какой-то компромисс. Просто есть случаи, когда вот эти торговые объекты, ну, они нарушают, ну, все, что можно там нарушить, все мыслимые и немыслимые правила, там, на пешеходных дорожках, на тротуарах, прямо вот на дороге заграждают пешеходный переход, ты переходишь дорогу, то есть владельцы объектов делают все, что ты шел, врезался в эту будку и подумал, а не купить ли мне что-то, вот, по, как бы, объект на Третьей Слободской могу сказать так, то есть до демонтажа за двое суток к ним приезжали глава центрального района, его зам, сотрудники управления архитектуры. И просили всего лишь одно – переместиться с одного места на другое. Вот. К сожалению, вот я присутствовал при этой встрече, при этой беседе, компромисс найден не был, причем категорически. То есть выставлялись какие-то ультиматумы. «Дайте нам вначале сервитуты на то место, когда мы куда мы переедем». Вы нас заталкиваете в какой-то угол, где у нас никто ничего не будет покупать и так далее. То есть изначально позиция была занята такая, что ну, договориться нельзя. Поэтому принято было решение их демонтировать. Я думаю, что та же ситуация повторится и на Советской. Кто сам не уберет свою будку, она будет демонтирована, потому что это просто... Ну, как бы, если с чего-то начинать наводить порядок, то начинать с центральных улиц города. Тут есть такой еще момент, я точно для себя хочу уточнить. Ранее как-то высказывались, в том числе и в этой студии, такие комментарии, что на улице Соборной большое количество объектов, ну, типа кафе. И собственники этих объектов рядом с ними развернули, скажем, некие площадки, где, собственно, оказывают некие услуги людям. Люди там поглощают напитки и еду, находясь там под некими зонтами, некими там навесами и так дальше. Высказывалось такое предположение, что вот эти вот, собственно, формы, которые вынесены непосредственно на улицу Соборную, а в некоторых частях прямо на пешеходную часть, они не очень законны. Смотрите, есть какой-то анализ этой ситуации? Анализ вот на сегодняшний. Как бы, ну, всех 100% объектов не могу сказать, но большинство объектов, которые размещены там, имеют или аренду земли, или сервитут, ну, на свои летние площадки. Насколько я понимаю, вопросы были не к документам, а к площади, которую она занимает. И опять же, насколько я осведомлен, то есть у них, по-моему, там в августе или там, ну, в сентябре заканчивается срок действия годового вот этого аренды или сервитута на эти вот свои объекты, и когда они подадут документы на продление, у нас уже есть новый главный архитектор, я думаю, с архитектуры сотрудники выйдут, перемеряют, определят, и будет по ним принято решение. То есть, как бы, и там все войдет в законное русло, как мне кажется. Я думаю, вот, скажем так, вот в том числе, может быть, и сейчас нас слушает достаточно много предпринимателей, которые... В принципе, стоят, ну, не готов судить, насколько там законно, либо незаконно. Я допускаю, что могут быть претензии к той деятельности, которую не освобождают, а осуществляют просто на улицах в разных районах города, ну, просто торгуют овощами, например. Вот люди могут волноваться, и люди могут волноваться по поводу того, что, ну, сегодня вы закончите с позвоничниками, завтра-то к ним придете или нет. Как вот с этим всем быть? Ну, смотрите, да, несмотря на то, что там всегда там жалуются, что рекламщики, что позвонишники приехали там ночью, там сняли это. То есть на самом деле всегда человек предупреждается, всегда его просят вначале убрать свой объект добровольно. Я специально осветил этот момент, что на позвонишке было наклеено предупреждение, что пытались вручить. Понятно, что продавцы сидящие очень часто эти документы отказываются принимать. Чтобы на самом деле было ясно, что все были предупреждены.
ну, только где будки были открыты, всех предупредили. Чтобы не было потом разговоров, а пришли, нам ничего не предложили взамен, нам ничего не сказали, нам ничего не дали, вот просто демонтировали. Это не так. Еще раз, да, повторю, что создана рабочая группа. То есть вопросы какие-то вот временного размещения, куда переместиться, вот, будет решать эта рабочая группа, там руководитель этой группы замгородского головы Степанец Юрий Борисович. Я думаю, что кто хочет вступить в диалог, он находит, как вступить в диалог, он приходит в управление торговли, он приходит это и говорит, что мы хотим, как бы, да, до момента разработки комплексных схем, когда будет четко понятно, где можно торговать. То есть покажите нам, куда стать, мы будем там торговать. К сожалению, да, допустим, не всегда это относится вот... Позвони к объектам, потому что они хотят вот прямо выдвинуться изначально вот в такие места, где они просто все нарушают. И тут навряд ли, да, вот в те места, где они хотят, навряд ли можно компромисс. Хочешь ты пока остаться торговать, пока порядок не наводится? Все, пожалуйста, как бы действуй в рамках вот этой рабочей группы, в рамках вот этой схемы, которая будет разрабатываться. Все равно, как бы, как и говорил мэр, то есть количество... именно вот этих будок, торговых объектов, там, киосков будет потихонечку уменьшаться. Вот. Понятно, что экономическая ситуация сейчас не позволяет всех выгнать, потому что идти просто некуда. Но и диктовать такие условия, когда вначале, то есть не было такого, что вот пришли, выгнали, подходят вначале, обязательно там разговаривают, предлагают переместиться, предлагают найти другое место и так далее. То есть и только потом уже, когда там диалога не получается, объект демонтируется. Вы упомянули документ, схему размещения, собственно, всех этих объектов. Вы говорите о том, что она, ну, как бы в разработке. Ну, вот сейчас новый главный архитектор начинает и эту работу. То есть... Ну, это сколько это еще можно занять? Вот, я не знаю, ну, какой-то прогноз для себя там делает городская власть, что вот разработаем этот документ. Ну, сейчас надеюсь, года. Да, я до конца года точно нет. То есть я надеюсь, сейчас примется зонинг, и уже на основании зонинга будет разрабатываться комплексная схема вот хороших торговых примется объектов. Зонинг. Ну вот, собственно, документ готов, насколько я понимаю. Да, готов. Но сессия не оказалась не способна что-то с ним сделать. Дело не в сессии. Дело в том, что выступила главный архитектор и просила как бы отложить вопрос на следующую сессию. И насколько я знаю, когда она там стала главным архитектором, она выступала на предыдущем, по-моему, пленарном заседании, она четко обозначила сроки. В августе, в сентябре я готова буду принять зонинг. Она объяснила свою позицию первой. Да, приезжает Киевский гипроград, будет сделана презентация. Привезут планшеты, нарисованные карты, то есть будет сделана презентация этого зонинга. Второе, там лето, сезон отпусков, то есть очень много же вопросов сессии, ну как бы они принимались, но вступая в силу с принятием зонинга, то есть народ хлынет в админцентр, нет сотрудников, это все надо будет оформлять, обслужить. Она вполне как бы нормально выступила на сессии, сказала, подождите, все готово, плюс опять же не провисел вопрос 20 дней, то есть вопросы процедурные, к принятию зонинга все готово. Остались вопросы процедурные, там нетерпение отдельных депутатов, мне непонятно, там бежать впереди паровоза. То есть все было, как бы все пока идет по плану. С зонингом он будет принят, я так думаю, на сессии или в августе, или в сентябре. Как общественный активист, который то, что называется вот в этой всей теме, как оцениваете ситуацию, скажем, с земельными вопросами, которые откладываются из одного пленарного заседания в другое, из одного в другое, из сессии в сессию, накапливаются. Да. Мы слышим такую риторику, что как же так, ну это же рядовые николаевцы страдают, ну вот, собственно, ну не готов судить, допускаю, что действительно, у людей, которые принесли свои пакеты документов на утверждение сессии, это вызывает как минимум там некий дискомфорт. Как вот, собственно, вам это видится? Ну, все? Вот видится очень интересно, особенно когда я поднял на последнем пленарном заседании, вот когда закрыл мэр сессию, голосование по земельным вопросам. То есть вот на земельной комиссии я слышу, да, риторику особенного по блоку. Это же люди, они страдают, давайте быстрее собираться, давайте принимать землю. Вот. И как бы взяв распечатку по земельным вопросам, там 3-4 вопроса, я вижу, что они не голосуют. То есть немножко как бы двойные стандарты тут наблюдаются или как. Вот. Связываю это с тем, что не приняли зонинг. Из-за того, что не принят зонинг, очень многие вопросы на сессии управления архитектуры переносят. Вот. Наверняка, может быть, они ждут, как бы есть какие-то среди этих перенесенных вопросов, которые их интересуют. Они ждут, чтобы это все вместе принять.
Вот. Вообще ситуация, очень много земельных вопросов у нас тянется еще с прошлого созыва городского совета. Вот. И скажу, что вот, изучая этот вопрос, там есть весьма некоторые вопросы весьма сомнительные. Например, очередной логистический центр в Октябрьском. Да, уже там известно, как у нас на месте логистического центра на Первой Слободской построили гаражи. Естественно, хочется понять, что будет на месте логистического центра в Октябрьском. Как бы ни получилось, что через полгода мы будем бороться там с очередными гаражами. Вот. И, конечно, вот эти вопросы, опять же, да, выносятся постоянно, никак не могут принять решение. Вот было на сессии, что единственный, да, 8-й микрорайон в Октябрьском, где еще остались участки, согласно генплану, под многоэтажную застройку, куда еще может расширяться город, нарезали и пытаются отдать под наделы земли. Но ведь этот же вопрос был снят, и уже о нем так все рассказали, что сложилось впечатление, что все, эта тема закрыта. Нет, или она не закрыта? Нет, выносится. Выносится и опять выносится, и логистический центр выносится. Хотя, опять же, по логистическому центру там тоже вопрос, он вроде там в зеленой рекреационной зоне. Выносится, вот как бы, несмотря на то, что на сессии выступали, и тогда еще исполняющие обязанности главного архитектора, все равно вот эти вопросы как-то вот... Видать, есть заинтересованные люди, пытаются их... У любого вот такого вот действия есть же человек, который, условно говоря, взял этот проект решения и включил, там, в пакет, положил в пакет документов, выносящихся на сессию. Ведь видно же этого человека? Видно, прослеживается же его заинтересованность? Или нет, ничего? Так, нет, так не прослеживается. Ну, заинтересованность, то, что, да, до сих пор вопросы кочуют от сессии к сессии и не могут приняться, заинтересованность, естественно, прослеживается. Вот. Точно так же, как прослеживается заинтересованность, да, уже там всем понятно, что этот рынок Лаксон, он стоит на газопроводе, есть к нему претензии. То есть вы или перенесите, согласно получить этих условий, перенесите газопровод там, где не будет мешать, или уберите киоски. Все знают, что есть нарушения, но однако же он тоже, и земельная комиссия, и вопрос включается, и выносится в повестку дня, и выносится в сессионный зал, хотя даже по Годжине архитектуры нет согласования. А по земельному кодексу согласование с архитектурой обязательное. Все равно оно выносится. Вот. Вот. Клаксон зазвучал вот так, зазвучал в информационном поле, ну, так вот где-то в течение 10 дней последних. Раньше я как-то не сталкивался с этой информацией. Какая судьба рынка будет теперь дальше, с вашей точки зрения? Не знаю. Не знаю, там надо приводить. То есть я знаю, допустим, что когда начались проблемы там, где сейчас гаражи вместо логистического центра, то есть тоже они построены на гаражах, я так понимаю, что там видно раскопки и все, то есть там переносят газопровод. Вот. Сама же идея логистического центра возникла, почему сразу вызывает сомнение? Потому что логистический центр, земли транспорта, земля выделяется без аукциона. То есть, ну вот, имея один пример логистического центра, ну вот тот пример в Октябрьском уже кажется, ну вот вообще сомнительным и нуждающимся в дополнительной проверке. Вот. И вот уже которую сессию подряд эти вопросы не могут принять, переносятся, насколько я понимаю, даже по регламенту городского совета, если в течение там двух сессий вопросы были не приняты, они возвращаются заявителю на новое рассмотрение. Скорее всего, мэр примет такое решение, и все документы будут возвращены заявителям, они будут опять идти через СНАП сдавать документы, и архитектура уже заново там будет во всех этих делах разбираться. Ну хорошо, ну а, скажем, и большое количество добропорядочных граждан, не ставящих, да, вот, ну, даже мы не можем предположить по вышеозначенным темам, мы же предполагаем, что там есть, мы же точно не утверждаем. Но вот есть граждане, где точно там, собственно, вопросы, ну, конечно, точно не возникают. С вашей точки зрения, когда с ними все эти проблемы разрешатся? Когда депутаты проголосуют. То есть тут предъявлять претензии именно к, ну, городской власти как к исполнительной не к чему. Вынесли на сессию, голосуйте, депутаты не приняли. Причем на комиссии обсуждалось, да, там 6 человек от оппозиционного блока в комиссии, претензий не возникало. Вынесли на сессию, голосование проваливается. Но, наверное, им надо... Горожанам надо будет идти к своим депутатам и эти вопросы задавать им, почему не приняли, в чем... Там сомнения, потому что те сомнения, которые есть там по логистическим центрам и так далее, они там озвучиваются. Какие есть, как бы, почему страдают рядовые люди, может быть, выгодно немножечко вот ситуацию немножко накалить, немножко вот
чтобы было в чем упрекнуть власть. Ведь простому человеку, ну, вот эти все тонкости непонятны. Депутаты не проголосовали. Вот есть выбранный мэр, чего землю не дает. И все. Никто вникать хорошо, не будет. Хорошо, подводя итог разговору, ну, собственно, несмотря на то, что так пик лета, обычно отпуска, как-то все-таки идет на спад, ну, такое впечатление, что как-то в этом году не очень. Вот это ну, все. Не века, очень. То, что называется, вот это вот... Жизнь продолжается. Не очень, скорее всего, будет сейчас в августе сессия городского совета, будут принимать бюджет, с которым тоже там возникли какие-то непонятки с его принятием, вроде как... Все, ну, вроде как все осознают необходимость. Да, все осознают необходимость. В кабинете главы фракции городского головы собирались, все поддержат, а тут получается как бы, ну... Оппозиция в оппозиции, да, получается, взять вопрос, что кто-то вынул карточки, вышел. Понятно, что бюджет – это сфера ответственности, ну, коалиции, и им надо было обеспечивать явку, это несомненно. Но, видать, решение вынести бюджет в сессионный зал городской голова принял после беседы с главами фракции, где все заявили, что вопросов нету, дороги надо делать, люди страдать не должны и так далее. Но... Опять же, да, несмотря на то, что городской совет такой чисто, вот, как мне кажется, больше такой хозяйственный орган, земля, там, дороги, это, все равно вот большая политика вмешивается в его работу, и что-то опять начинается так вроде за, на самом деле не за, то есть еще с этим нам предстоит разбираться. Хорошо. Но в любом случае, как бы подойдя итог разговору, непростая работа по демонтажу незаконных объектов, многие годы раздражавших. Конечно, это же не за один год возникло. Ну и в этом есть некий позитив. Точно так же, как сегодня наступила прохлада на улице. Да. И это тоже некий позитив. Андрій Єрмолаєв, радник Миколаївського міського голови, бувся нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкращих успіхів вам. До побачення. До побачення.